Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Празднование связано с расхождением двух календарей – юлианского календаря старого стиля и григорианского календаря нового стиля. Это расхождение в веках составляет 13 дней. В России Старый Новый год по статистике отмечают около половины населения страны, собираясь за праздничным столом. Нельзя в праздник выносить мусор, иначе дом могут покинуть благополучие и достаток. Также нельзя ругаться, обижаться и сквернословить. Современный Старый Новый год принято праздновать так же, как и новогоднюю ночь. Считается, в Старый Новый год нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января.